Привет, братишка! Я хочу рассказать, что у меня ты можешь заказать персональную и эксклюзивную прокачку в Roblox. Ну, он же Boost. Я прокачу в Шиндалайф, Рагуль, Пчеловод, Аниме Fighting Симулятор, Блокс Рус и многих других плейсов. Все подробности и условия ты можешь найти по ссылке в описании. Обращайся! Так, друзья, всем здорово, с вами как всегда Бамбук, он здесь Капанда, ну что, welcome Добро пожаловать ко мне в гости, Roblox Блокс Рус, братан, обязательно прям сейчас поставь Лукаса, царский сочный бамбуковый Лайкос, хе, хе хе иначе попадос Тем более у нас тут мега халява, сейчас Все буду рассказывать, ну а ты пока Пиши там комментарии, залетай в видосик Как вот эти вот все ребята и передавай Привет своим корешам, ну что, ребят Погнали, сначала самого вкусного Вы только гляньте, что у нас Здесь по халяве, так нет, погодите, по халяве. Давайте мы с вами сейчас uh, купим фрукт еще на раздачу, еще на раздачу, еще на раздачу сэнд фрукт. Да. Но у нас там есть тесто. И не одно тесто. Так это все это надо выкинуть. Погодите. <brake> это есть, что я там выкинул. Так, быстренько, ребят, халява. Вы только гляньте, что здесь в стори. Во-первых, количество фруктов считаем. Первый рокет. Второй у нас спин. Третий с Пэринг. Четвертый Бомб Пятый Смоук. Шестой Флейм. Седьмой Айс. Уже семь фруктов. Восьмой, друзья, Сент, так тут Айс Сент. Восьмой и, и, и это еще не все. Девятый, друзья. Лав. Я валяю, сколько фруктов. Рамбл, 10, 10 фруктов это еще не все. И 11 мамонт. Вы что, прикалываетесь, что ли? Реально, такое количество фруктов. 11 штук, еще и мама. Ну-ка, ребят, вспомните, когда последний раз вы здесь видели 11 штук. Смотрите: 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 фруктов. И еще, ребят, самое главное, это, конечно же, у нас мамонт. Халява, быстренько забирайте мамонт, топчик. Тем более за эти деньги 2 миллиона 700. На изи на фармите. Как там фармить, я уже, конечно же, снимал, ничего сложного нету. Халява, ребят, мамонт, обалдеть. Но это еще не все халява. Друзья, сегодня делаем большой стрим по БФ. Да-да, я решил вас порадовать еще и в среду. На выходных у нас там будет, но еще и в среду, ребят. И я сегодня раздам вам фрукты. И не просто фрукты, я раздам вам тесто. И не одно тесто, а целых три теста, друзья, сегодня будет. И плюс еще две будды. Обалдеть. Ну, потому что больше этого нельзя раздать, потому что там ограничения по трейдам, ребята. Три теста и еще и две Будды вас ждет. Обалдешки. Сегодня будет стрим примерно где-то в 14... Нет, в 16, да, в 16 часов по московскому времени решил вас порадовать. Потому что, ребята, еще раз напоминаю, сегодня у нас 22 числа, Завтра, 23 число, День Благодарения в Америке. И ждем Китсуны. Выходит либо завтра, либо послезавтра. Обалдежки. Ну, либо в четверг, либо в пятницу. Новенький фрукт, ребят, кицуны, да? Но единственное, только завтра я ухожу на день варенья. Я стрим, ребят, постараюсь сделать пораньше. Вообще прикольно было бы, если бы у нас завтра на стриме а, выпал бы, ребят, ну, обновка выпала бы, вышла, да? Прям на стримчанском сразу бы затестить, попробовать бы выбить новенький фрукт кицуна. Интересно, что же там с ним еще, друзья, добавят. Обалдеть, да? Вот такие вот у нас новости. Короче, мамонт плюс Раздача сегодня три теста и 2 будды и также ждем обновку может быть какие-то сегодня на стриме прям у нас выйдут сливы может быть выйдут какие-то там друзья картинки либо может быть какая-то дата выйдет прям потому что даты пока мест нет админ сказал что скоро сун это уже на этой неделе ребят ждем на этой неделе и у нас до нового года остается практически сколько пять недель ребят до нового года 5 недель и новый год я наверное, в следующей неделе уже Елку наряжать, что-то хочется Нового года. Все, ребят, давайте всем хорошего дня. Увидимся сегодня на стриме. Всем жму лапу и до вечера.